Слотокін. Королем може стати кожен. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. І, звісно, ми будемо сьогодні говорити про ізраїльсько-арабську війну. З нами на зв'язку Еміль Шлеймович. Це є головний редактор видання «Деталі. Ізраїль». Еміль, здравствуйте. Рад вас видіти. Здравствуйте, взаимно. Давайте начнем с того, что премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил следующее, что войска Израиля, Цахал, да, закончили окружение Газы и уничтожили тысячи боевиков Хамас, террористов Хамас. Да, закончено, по-моему, если не ошибаюсь, еще вчера. Окружение после того, как в северной части Газы танки вышли на побережье и замкнули окружение с этой стороны, хотя, в общем-то, она была окружена и раньше. Доступ к морю тут ничего особо не решал, потому что со стороны моря дежурят израильские корабли боевые. Значит, оставлена одна сторона, это сторона вот больницы Шифа, которая тоже окружена отдельно войсками. В больнице Шифа там оставили проход с восточной части по определенной улице, чтобы люди могли уходить под белыми флагами и не опасаясь, что боевики Хамаса начнут их обстреливать, как уже было в других больницах, скажем, когда была эвакуация из детской больницы. Там боевики начали стрелять по женщинам и детям. В другом случае был ликвидирован террорист, руководитель отряда, вместе с отрядом, который удерживали в качестве живого щита около 1000 пациентов. Сама Газа, да, она окружена. Премьер в данном случае сообщил всем известную вещь. Она окружена, и это кольцо потихоньку затягивается, потому что главная цель, она, как известно, под больницей Шифа, под центром этого города. Эмиль, если говорить о сроках войны, как вы считаете, вот сейчас Газа окружена, сколько еще будет длиться эта операция «Цахал», и это будет быстро, вы считаете, или сейчас вот идет немножко, ну не заморозка, да, но умедление продвижения «Цахал»? Замедление нет. Замедление идет, ну, просто потому, что уже дошли до целевой точки, и дальше начинается большая сложность, связанная с туннелями. Значит, интересно, что в нынешней кампании Израиль впервые в своей практике применяет войну тактическими группами, внутри которых соединяются несколько бригад, то есть соединяются разные рода войск, бронетанковые и пехотные, и в зависимости от того, какая конкретно задача ставится, к ним добавляют инженерные войска, к ним добавляют специальные подразделения и так далее. То есть еще никогда в истории армии обороны Израиля сразу три дивизии не вели войну на таком маленьком участке территории, если мы говорим про северную часть сектора, потому что южная, она как бы оставлена в качестве гуманитарного убежища, именно туда уходят гражданские. Сколько это займет, сказать чрезвычайно сложно, если вообще возможно, потому что зависит от невероятного множества факторов. Ну, во-первых, несмотря на то, что у израильских военных была карта туннелей, составлялась она, основа ее составлялась еще в 2014 году, потом дополнялась, но вот сейчас выясняется, что есть очень многие дополнительные отходы, туннели в этом подземном городе, которые не были известны. Примерно 10% новых объектов, новых мишеней для Цахала, они были обнаружены в ходе самой операции, их продолжают там находить, и сказать сложно. Значит, с другой стороны, что из себя представляет вот этот подземный город? Ну, помимо того, что он на двух уровнях, то есть верхний уровень туннелей – это тактический уровень, в котором действуют боевики, и нижний уровень на гораздо более глубокой, большей глубине залегания, чтобы не достать противобункерными бомбами. Там используются специальные системы закачки воздуха, то есть обычные шахты, выводящие наружу, там уже не обойтись. Именно поэтому для них так важна солярка, ну или какое-то другое топливо, не только чтобы использовать в качестве топлива для ракет. Сложно сказать, как будет проходить война в этих туннелях, если опять же учесть, что предположительно как минимум большая часть заложников в них находится.
еще, то есть верхний тактический уровень имеет центральную магистраль, по которой может проехать автомобиль при необходимости. И вот от этой центральной магистрали существует уже множество отходов, которые выходят за пределами города Газы, в пределах города Газы, через дома, через детские сады. Может быть брошенная машина на улице, на которую никто не смотрит, а если заглянуть, то внутри у нее пола нет, а вместо пола шахта, которая там куда-то ведет. Это позволяет боевикам делать такие вылазки. Поэтому вот война с туннелями, она, ну, ее чрезвычайно сложно понять, сколько времени это может занять. Первоначальная оценка у нас была от 2 недель до 6 месяцев на проведение этой войны. Опять же, мы сейчас входим в определенные такие серийные гуманитарные прекращения огня. Но вот, скажем, сегодня в 2 часа дня начнется очередной гуманитарный перерыв. Небольшой, вернее, до 2 часов дня, извините, он будет продолжаться. Он уже идет. Обычно такие перерывы длятся 4 часа, но они могут касаться только определенной зоны. То есть это не значит, что армия обороны Израиля прекратила удары и действия вообще на всей территории. Нет, это продолжается все время. С другой стороны, Хамас просит 3-дневного перемирия. Израиль настаивает, чтобы в этом случае были возвращены десятки заложников, большое число заложников. Хамас на это пока не идет, но перемирие ему это очень нужно для того, чтобы попытаться перегруппировать войска и попытаться восстановить разорванные командные связи, потому что ликвидировано много, реально много командиров среднего звена, разорваны контакты, их, соответственно, нужно КАМАЗу восстановить. Израиль понимает, что это усложнит операцию дальнейшую, но если удастся таким образом вырвать заложников в значительное количество, то оно, конечно, того стоит. То есть чрезвычайно большое количество факторов, сложно сказать, но то, что, по всей видимости, это будет исчисляться еще неделями, если, опять же, не произойдет чего-то, и в результате там прорыва или там какого-нибудь внутреннего сговора не будет ликвидирован тот или иной верховный главарь Хамаса, и остальные не захотят сдаться под давлением Катара. Ну, в общем, у нас берут, в ходе войны взяли уже 11 форпостов, и это еще даже укрепленных таких позиций глубоких, в эшелонированной обороне Хамаса, 11. Это такие мини-городки, в которых были и штабы, были и огневые точки. Там в одном активное участие в боях принимали боевики исламского джихада, которые тоже были уничтожены в итоге. Но это тяжелые бои, и, соответственно, продвижение идет очень медленно. Здесь не может быть какого-то прямого, точного прогноза, мне кажется. Эмили, если говорить дальше о премьер-министре Израиля, да, у него сложное положение, потому что, когда, очевидно, закончится операция «Цахал», вопросы в граждан Израиля будут именно к нему, да. Как вы считаете, это неожиданное такое высказывание Нетаньяху? Он сказал следующее, что силы «Цахал» останутся в Газе под контролем «Цахала» и не передадут международному сообществу. Вы знаете, в Израиле по этому поводу говорят, что есть такие кони, которые хотели бы, чтобы переправа длилась вечно. Значит, Биньямин Нетаньяху повторяет нарратив о том, что израильские силы будут контролировать Газу уже несколько раз. Он фактически все время это повторяет, невзирая на то, что это полная противоположность тому, что говорит Блинкен. Блинкен говорит, что будет создана, во-первых, что Газа будет передана под контроль палестинской администрации, что начнется работа над созданием здесь условий для в определенный момент декларирования и создания государства палестинского в полном объеме, не в виде вот национальной автономии, как это сейчас, что будет при этом консорциум стран, который будет и заниматься восстановлением Газы, вкладывать деньги, и с другой стороны коалиция вооруженных сил, контингент, который будет следить за тем, чтобы с территории палестинской автономии, палестинского государства будущего, не исходило больше угрозы Израилю. Последний пункт самый проблематичный, потому что палестинское население, в принципе, по-прежнему крайне негативно настроено в отношении израильтян и евреев, в том числе та часть палестинцев, которые живут под контролем Рамалы, а не под контролем Газы, то есть Хамаса. Это сложный очень процесс. Но вопрос в том, почему Нетаньяху постоянно говорит вещи, противоположные озвучиваемым американцам, несмотря на то, что американцы уже говорили,
это нам мешает, как бы. И это в ситуации, когда Америка несет очень большую нагрузку по поддержанию обороноспособности Израиля и в том, что здесь находятся крупные американские силы, сдерживающие, возможно, открытие Северного фронта, и в том, что действует постоянный мост поставки вооружений, боеприпасов, как морем их поставляют, так и воздухом. На мой взгляд, самое то, что лежит на поверхности, что Бениамин Нетаньяху в первую очередь делает эти заявления с оглядкой на своих коалиционных партнеров. Его коалиционные партнеры, блок «Религиозный сионизм», это такие национал-патриоты, если можно так сказать, национал-ортодоксы, которые видят в происходящем возможность реализовать свои далеко идущие планы и занять еврейским присутствием все пространство от Иордана до моря. Ну, если о западной части, то есть ближе к Иордану, речь пока не идет, то мы говорим вот о пространстве до моря. Это опасная достаточно тенденция. Будем предполагать, что она не будет реализована. Но вот из этого ряда все эти глупые заявления о том, что на Газу надо сбросить бомбу, о том, что Газа, жителей Газы надо выдавить из страны для того, чтобы о том, что Израиль вернется в Газу и восстановит там свои поселения, восстановит Гуш-Катиф, все то, что было выведено оттуда в 2005 году. То есть, по всей видимости, Бениамин Нетаньяху, стремясь сохранить поддержку свою и таким образом избежать отставки после того, как закончится война, он делает постоянные реверансы в сторону вот этих коалиционных партнеров для того, чтобы они не присоединились в час X к вот этому недоверию, который ему попробует объявить оппозиция. Да, Эмиль, мы понимаем, да, что это отчасти политические заявления Нетаньяху. Вот у меня вопрос, а насколько он влияет и контролирует Цахал? Смотрите, Цахал он не контролирует, как бы Цахал контролирует узкий кабинет по ведению военных действий, и, разумеется, Цахал контролирует генеральный штаб армии. Генеральный штаб армии – это, собственно, оперативная единица, а если мы говорим про политический эшелон, то не случайно введены Бенни Ганс и Гади Айзенкот, то есть оба бывшие главы генштаба. Бенни Ганс, он также был министром обороны, это очень опытные военные и военные политики. Оппозиционеры их ввели в кабинет для того, чтобы не только Нетаньяху мог заниматься этим вопросом, ну и, соответственно, степень его влияния, она уменьшилась. Работает министр обороны. Опять же, в первую очередь работает в этом направлении не Нетаньяху, а министр обороны, хотя он и принадлежит той же партии, что Нетаньяху, партии Ликуд. Йоав Галант отнюдь не является абсолютным сторонником Нетаньяху, тот даже хотел его снять в какой-то момент. Оппозиция удержала его от этого шага. Нетаньяху быстро отменил свое решение. Министр обороны Галант это, разумеется, запомнил. И сообщают, что с Бенни Ганцем у него отношения очень уважительные, доверительные, нормальные. С Гади Айзенкотом, ну, чуть-чуть более напряженные, но, тем не менее, они не наступают друг другу на мозоли. И когда там Айзенкот захотел посетить какие-то части, он получил на это разрешение от министра обороны. То есть Нетаньяху здесь в меньшей степени влияет на само управление военной операцией, но, разумеется, он пытается представить это иначе. Он постоянно фотографируется на фоне солдат, на фоне спецназовцев, он выезжает, с кем-то встречается. В Израиле все понимают, что это пиар, не более того. Контроль армии осуществляют сейчас в большей части другие люди. Эмиль, а вот вы вспомнили, да, о том, что Блинкен говорит совсем другие вещи, чем Нетаньяху. Скажите, пожалуйста, и также Блинкен говорит то, что слишком много гражданских погибает в этой войне в секторе Газа. Это не устраивает также Соединенные Штаты Америки. Насколько серьезный может быть раскол между правительством Израиля и Соединенными Штатами Америки? Или это невозможно? Это абсолютно возможно, но, вы знаете, правительство приходит и уходит, а страна-то остается. Говорили, что когда Байден приехал сюда,
он сразу предупредил Нетаньяху, что ему стоит искать себе сменщика, что его политическая карьера заканчивается на этом. Байден, если вы помните, он вообще до этого не поздравил Нетаньяху, не общался с Нетаньяху, был под вопросом без виз с Америкой. То есть это было первое, когда он отказался вот от своего неприятия этого израильского политика из-за ситуации и сам приехал в Иерусалим, хотя Нетаньяху даже не получал и не получил предложение до сих пор, а он год у власти, посетить Вашингтон. Это очень показательно. Вопрос заключается в том, чтобы Нетаньяху ушел. И с любым другим правительством, с любым другим руководителем у Америки будут вполне нормальные отношения. Нынешние опросы показывают, что уровень электоральной поддержки всех партий коалиции, да, то есть и религиозных ортодоксальных, и религиозных вот из национал иудейского лагеря, если можно так сказать, это вязаные кипы, так называемые наши, хардальники, то есть все партии коалиции упали до 44 мандатов по последним опросам, а коалиция у них 64, то есть вы понимаете, что они потеряли больше, чем треть. Этого не хватает для того, чтобы при выходе на новые выборы удержаться у власти. Есть, кроме того, идея отстранить Нетаньяху и сделать временное переходное правительство примерно на 6 месяцев после войны, в котором премьер-министром временным станет нынешний министр обороны Йоав Галланд. Я думаю, что он с удовольствием использует эту возможность, чтобы посчитаться со своим бывшим обидчиком. Для того, чтобы все эти планы реализовались, нужно 5 человек из коалиции, которые согласятся проголосовать за вотум недоверия. Это произойдет после того, как закончится кампания. Сложно сказать, когда именно это произойдет, но у нас не ухудшатся глобально и очень сильно отношения с Соединенными Штатами. Нетаньяху был первым человеком, который вообще начал вмешиваться в американскую политику в том плане, что он начал поддерживать кандидата от одной партии против другой. Израиль всегда опирался на двухпартийную поддержку со стороны США, если мы говорим о двух основных американских партиях, в этом никогда не было особенного спора. Если и когда Нетаньяху уйдет, это, так сказать, снова сойдет на нет. Ну и сейчас вы видите, и мы видим, что Америка помогает Израилю всем, чем только может, невзирая на то, кто до сих пор возглавляет израильский кабинет. Эмиль, а вот если говорить о третьей стороне тоже, ну, я не знаю, называть ли третьей стороной, но заявления очень такие тревожные всегда. Вот последнее, что сказал Эрдоган и Турция, он сказал следующее, я процитирую. «Наш регион должен немедленно избавиться от стран, которые находятся за десятки тысяч километров и хотят установить здесь свое влияние». Я так понимаю, Эрдоган это говорит о Соединенных Штатах Америки. Насколько серьезный игрок Турция в этом регионе и насколько Эрдоган может выступить против Израиля и против Белого дома? Вы знаете, теоретически возможно все. На практике маловероятно, потому что Эрдоган зависит от Белого дома. Эрдоган, несмотря на всю свою риторику, Турция является по-прежнему частью западного блока. Это и вопрос НАТО, и вопрос военного сотрудничества, и вопрос сотрудничества разведок. Условно, если Эрдоган сейчас резко из этого блока выходит, то не вполне понятно, куда он идет. В Турции очень тяжелый экономический кризис, который не прекратился и прекращаться в ближайшее время, в общем-то, не планирует. То есть, опять же, одна из стран, которая находится за тысячи километров, это может быть и Россия, с которой у Эрдогана, в общем-то, отношения хорошими не назвать. Они очень серьезно ссорились на сирийской арене, где Асада пытался свергнуть Эрдоган в том числе, а Россия его защищала. Поэтому я думаю, что это некое, да, усиление, это некое усиление риторики, но мы пока не видим ни одного конкретного шага, ни одной денонсации какого-то серьезного договора, ни одного сокращения
каких-то товарооборотов, ни одного разрыва оружейных контрактов. Ну, то есть делами Турция это пока никак не проявляет. Возможно, это риторика для того, чтобы Турцию не забыли в тот момент, когда Америка, в первую очередь, Израиль во вторую, и другие страны начнут формировать тот блок, консорциум, который будет заниматься урегулированием вопроса в палестинской администрации для Эрдогана, который стремится быть крупным региональным игроком, это, несомненно, чрезвычайно важно. Эмиль, а вот вы вспомнили о консорциуме, о блоке, и вот арабские аналитики говорят следующее, да, что Израилю с арабскими странами нужно создавать свое НАТО. Насколько это реально, насколько вы считаете, это будет держать регион в стабильности? Разговоры о создании ближневосточного НАТО ведутся уже очень давно. Это известный проект, он имеет право на жизнь, в нем могут быть заинтересованы определенные арабские страны, и теоретически сейчас это может быть даже чуть более вероятно, потому что выявились очень интересные точки соприкосновения у Израиля со многими арабскими странами в ходе этой войны. Вы знаете, недавно совершенно прошло совещание стран Лиги арабских государств, руководителей Лиги арабских государств и консорциума или Совета Организации Исламского Сотрудничества. Совещание было проведено именно двух организаций, потому что существует в арабском мире чрезвычайно серьезный раскол по поводу того, как относиться к Израилю и как относиться к происходящему в Газе. Несколько стран выдвинули резолюцию, чрезвычайно жесткую, антиизраильскую, с требованиями введения санкций против Израиля. Ливия, например, собиралась добавить в резолюцию пункт о том, что палестинское сопротивление имеет, что палестинский народ имеет право на вооруженное и любое другое сопротивление. Вот. И эта резолюция была провалена, за нее из 22 стран-участников проголосовали всего 11, а 4 страны проголосовали против, то есть 4 против и 7 воздержались. Причем не называется, совещание было закрытым, не называется, какие именно страны были против. Тоже очень интересный показатель, но мы знаем, что как минимум не были за. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Иордания. То есть арабский мир, он сейчас настолько раскован, и поскольку мы знаем, что с этими странами еще до войны в ходе урегулирования, в ходе авраамических соглашений уже были продвижения даже в оборонном сотрудничестве, то в принципе некий блок, он возможен. Я думаю, что это не будет блок, который мог бы стать альтернативой НАТО, а может быть это некий альянс под, опять же, контролем Соединенных Штатов и под зонтичной организацией Соединенных Штатов, в которой могли бы когда-нибудь объединиться союзники и сателлиты США. Такие как ОАЭ, такие как Саудовская Аравия. У нас же есть еще один общий враг, это Йемен, который сейчас достаточно сильно активизировался, а с Йеменом ведут борьбу и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, ну и палестинцев они поддерживают, соответственно, они враг Израиля, и, в общем-то, у других стран нет особых сантиментов к йеменским хуситам. Поэтому в будущем какой-то военный союз теоретически возможен. Сейчас мне кажется, что просто мало кто будет его формировать, хотя, кто знает, через год, через два мы можем видеть совершенно изменившиеся геополитические реалии вот на нашем маленьком пятачке. Эмиль, вот все-таки я вспомню заявление, потому что как-никак это чиновник и министр наследствия, да, Израиля, которого отстранили, вспоминал о том, что якобы Израиль может ударить ядерным оружием по Газе. Ну, конечно, его отстранили, сказали, что это очень, мягко говоря, некорректные высказывания. А все же, насколько реально то, что в Израиле есть ядерное оружие, да, официально мы же понимаем, никто ничего не говорит, но и насколько готов Израиль использовать все оружие, скажем так, которое у него есть? Ну, если не ошибаюсь, Голди Мейер приписывает фразу, что у Израиля нет ядерного оружия, но если понадобится, мы его используем. Да. Значит, да, официально не подтверждено наличие у Израиля ядерных боеголовок или каких-то других средств оружия, но даже если предположить, что это есть, то мы говорим об оружии судного дня. Это исключительно оружие сдерживания.
Вообще разговоры о том, что может быть что-нибудь этакое сделать, в единственный раз в нашей стране возникали в ходе войны судного дня, когда в определенный момент руководству стало казаться, что все, Израиль сейчас будет уничтожен, евреи сейчас будут вылечены, и обсуждалось, не уйти ли, громко хлопнув двери, захватив там кого-нибудь еще с собой. Нет никаких предпосылок для использования какого бы то ни было конвенционального оружия. Потому что нет, даже при угрозе с севера, даже при угрозе с Йемена, даже при угрозе с Ирана, если уж на то пошло, нет предпосылок для того, чтобы сказать, что есть угроза существованию государства Израиль. Существует очень тяжелая проблема и очень тяжелая война, которая должна решить определенную задачу – обезопасить полностью и надолго или навсегда южную границу. Для этого должны быть уничтожены террористические организации, которые находятся там. То есть локальная задача, она намного меньше теоретизирования о том, что может сделать Израиль. Не шибко умный, на мой взгляд, наш министр, который допустил подобное высказывание, а всего их было два таких министра, значит, оба относятся к вот одна из партий Нетаньяху, вторая из как раз вот этого вот национально-религиозного, из религиозного блока, то есть люди не шибко разбирающиеся ни в военном деле, ни в чем, как бы, которые просто могут что-то ляпнуть. Из-за чего уже началась шумиха сразу в России, что типа, ах, вот так, это доказательство, что у Израиля оружие есть, почему МАГАТЭ не смотрит, там и так далее. Но, ну как бы, а зачем, даже если предположить, что оно у нас есть, зачем и против кого, главное, его применять? То есть вы же понимаете, что Израиль не будет применять оружие массового поражения против мирного населения в Газе. Если бы мы хотели таким образом воевать, мы бы давно уже пошли на штурм больницы. Да, без всякого оружия, опять же, не дожидаясь, пока вот сейчас, уже со вчерашнего дня идет эвакуация из этой больницы, для того, чтобы все-таки уменьшить при штурме количество мирного населения, жертв среди мирного населения. Нету на это, ну вообще просто никаких... никаких причин. Очень жалко, что министры, которые позволяют себе нести такую пургу, до сих пор являются министрами в правительстве, располагают какими-то бюджетами и как бы к их словам прислушиваются. Они просто не от мира сего, они не знают, что несут. Эмиль, и скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот мы знаем, что Хезболла, Ливан, север от Израиля, это прокси Ирана, они обстреливают дальше, да, территорию Израиля ракетами, но больше себе, можно так сказать, не позволяют, потому что реально боятся ответа с двух авианосцев Соединенных Штатов Америки, ну и концентрация сил Израиля тоже на севере немалая. Я так понимаю, что на этом Хезболла и прекратить свое так называемое вторжение в Израиль не пойдет. Но хотел бы вспомнить и визит Си Цзиньпиня в Сан-Франциско, да, и встреча с Байденом. Это буквально пару дней. Говорят, вот именно издание «Политика» говорит следующее, что Байден будет говорить Си Цзиньпиню, чтобы тот повлиял на Иран. Насколько это реально, насколько Китай может повлиять на Иран? Китай может повлиять на Иран, несомненно, как и на любую другую страну в регионе. Китай – это фактически второй полюс сегодня. Если мы говорим о двухполюсном мире, то вот это Китай и Соединенные Штаты. Ни в коем случае не Россия, ни в коем случае не Иран, которые, в общем-то, являются меньшими силами. Другое дело, что Китай, он имеет как бы эти две страны перед собой. Это две страны, из которых он может выгодно выкачивать нефть, которым он, пользуясь санкциями, может сбрасывать те или иные товары. Но, опять же, очень осторожно, когда возникло опасение, вот буквально недавно, что некий товар, который используется для ракет из-за поставок из Китая, Китай может тоже подвергнуться определенным санкциям, этот товар просто не был поставлен. Несмотря на все заверения там о дружбе, о союзничестве, да и заверений-то, в общем-то, особо мы таких не слышим. Китай имеет определенное оборонное сотрудничество с Ираном. Китай поставляет в Иран достаточно большое количество разных товарных наименований для гражданских нужд. Китай закупает, насколько известно, иранскую нефть. В принципе, у Китая чрезвычайно много рычагов давления и влияния на Иран. И да, если сейчас встреча предполагает между собой
утихомиривания отношений, да, которые распалил в свое время Трамп, начавший войну торговую с Китаем и так далее, то, в принципе, Китай в обмен на вот укрепление своего статуса как второй ведущей державы мира, он может несколько надавить, как бы в качестве ответного шага, может каким-то образом надавить, конечно, он может и на Россию надавить, и на Иран надавить, и на много кого. К тому же Иран, Китай, как мегадержава, она, несомненно, имеет определенные интересы в регионе, но главный ее интерес – это все-таки Тайвань. Я думаю, что тайваньская проблема будет превалирующей на встрече между Байденом и Си Цзиньпинем. Ну, а все остальное в рамках вот раздела мира нового и влияния на разные регионы и страны, оно будет как бы сопутствующей темой. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот можем мы уже констатировать, что Иран и его прокси фактически проиграли эту войну и проиграли то, что ставили перед собой, да? Это дестабилизация в Израиле и, может быть, отказ союзников от Израиля. Ну, союзники от Израиля не отвернулись, и более того, союз с западными странами, он значительно окреп. Что касается проиграли, я бы пока этого еще так не называл. Можно будет об этом говорить в тот момент, когда в Газе перестанут функционировать исламский джихад и Хамас. Мы еще не свергли эти организации. Вопрос, опять же, не только в том, чтобы последнего всех этих боевиков, это вряд ли произойдет. Но должно быть уничтожено руководство и должны быть уничтожены как бы структурно эти силы. Опять же, а новые власти, которые придут, должны контролироваться настолько, чтобы эти силы не возродились в какой-то новой организации. Поэтому до этого момента сказать, что иранцы уже проиграли, я бы не стал торопиться. Когда мы скажем, что Яхья Синвар ликвидирован, Хамас прекратил существование, палестинская автономия возвращает свою власть туда и сформированы военные силы, неважно чьи, появится там американская база или появится там консорциум там, турков, саудитов, французов, кого угодно еще, будет снята блокада морская, как минимум частично, из Лимассола пойдут сюда в Газу, причем для этого будет построен новый причал, чтобы их принимать с гуманитарной помощью. Когда мы будем знать, что строительные материалы идут на восстановление домов, а не на строительство туннелей, а туннели будут уничтожены или переоборудованы под вменяемые какие-то нужды, вот тогда мы сможем сказать, что у Хамаса, у Ирана, извините, как минимум мы отрубили одно из его щупальцев. А щупальцев-то на самом деле, в общем-то, настолько сильных не так уж и много у него, потому что даже некие группировки, вроде йеменских хуситов, которые считаются близкими к Ирану, они близки ситуационно, но они и являются его прокси. Вторая сила – это Хизбалла, это сила серьезная, в будущем надо будет понимать, что и как с ней делать, но вот пока что эта цель Израилем еще не реализована, о победе над Ираном или о проигрыше Ирана я бы поостерегся говорить. Эмиль, очень большое спасибо за этот разговор, спасибо всегда за то, что как вы анализируете и рассказываете нам, да, что происходит в этой войне и борьбе против террора ваших граждан, да, вашей страны, так и как и Украина борется против террористов и геноцида. Большое спасибо вам. Мы боремся практически с одними и теми же силами. Будем надеяться на скорую победу наших стран и как меньше крови, чтобы мы... И только победа. Мир, как мы видим, да, мир рано или поздно с такими странами, террористами, рано или поздно заканчивается. Потому только победа, а потом уж пусть будет мирное небо над нашими головами. Спасибо вам, Эмиль. Спасибо вам. Нагадаю, з нами був Еміль Шлеймовий, це головний редактор видання «Деталі Ізраїль». Що ж, шановні наші глядачі, не забувайте обов'язково підписуватись, коментувати, звісно, ставити лайки, аби наша розмова йшла в рекомендації Ютуба, тому що ми повинні знати спільного, справді спільного ворога на цій планеті. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось в ефірі 24-го каналу.